Флойд Мейвезер и Майк Тайсон могут стать соперниками, но не в качестве бойцов, а в качестве тренеров. История такова. Два известных рэп-исполнителя, Крис Браун и Солджа Бой, немного поссорились. Причина ссоры – страшная обида, которую нанес Солджа Бой Крису Брауну, поставив лайк под фотографией бывшей девушки Брауна. Вот, кстати, и она. Браун не смог пережить такой наглости и вызвал Солджа Боя на бой. Кстати, это не первый случай, когда Крис Браун вызвал кого-то на бой. В 2009 году, когда он встречался с Рианой, он неожиданно для самой Рианы вызвал ее на поединок. И вылился этот поединок для Брауна 5-летним условным сроком, поскольку Рианна после этого выглядела так, что действительно и родная мать не узнает. Так вот, Браун бросил вызов Солджа Бою. С этой мыслью Солджа Бой пришел к Флойду Мейвезеру, и тот согласился его тренировать, а заодно и стать промоутером поединка. Тем временем, старый знакомый Флойда Мейвезера, 50 Cent, решил добавить масла в огонь и позвонил Майку Тайсону. Слушай, Майк. Флойд будет тренировать Солджа Боя. И я сказал ему, что попрошу Майка Тайсона тренировать Криса Брауна. Тогда Солджа Бою пи***ц. Ну все, теперь уже точно. Сейчас разговаривал по телефону с Френчи и Крисом Брауном. Крис выбрал меня в качестве его тренера, чтобы подготовиться к Солджа Бою. И Солджа Бой, хули ты несешь, что я там научу его уши откусывать? Ага, научу его всем грязным трюкам, чтобы нокаутировать тебя, потому что я не буду учить его, как бегать. Чем закончится эта история, сказать сложно, но поскольку бокс все больше разочаровывает своим маринованием, посмотрим хоть драку рэперов. Уж как минимум это будет смешно.